До інших тем випуску. Гомельський обласний центр гігієни, епідеміології і громадського здоров'я відзначив свою 95-ті. Діагностика інфекції, профілактика, санітарний контроль, проведення дослідування – тільки частка задач, ускладених на гэтую службу. Про те, як яна справляється з ними і які перспективи визначає наш наступний сюжет. По даті заснування історики медицини признають першинство Гомельської санітарно-епідеміологічної станції на території усього былого Совєтського Союзу. Її урочисте відкриття відбулося 29 кастрычника 1922 года. Уже тоді станція мала дві лабораторії – прищепочне і дезінфекційне відділення. Зараз, праз 95 годов, санітарно-епідеміологічна служба регіона – гэта уже 20 лабораторій. Самые буйные у обласним центрі – Речицы, Мазыры, Светлогорску, Рогачові, Жлобіні. Яны оснащены высокотехнологичным обсталяванием, якое дозволяя вызначить больш за 1500 видов микроорганизмов, проводить доследование по ветра, глебы, воды и продуктов харчавання. Я хочу сказать в первую очередь спасибо ветеранам, тех, кто отработал не один десяток лет. Действительно, 95 лет – это такой серьезный уже срок, который прошел испытаниями. И если говорить про дальнейшие успехи и достижения, я не сомневаюсь, что они будут. Служба, конечно же, будет претерпевать изменения в плане работы, и, конечно, будет работа это больше профилактическая. Ответственность серьезная перед населением области. Коллектив достоин и способен выполнять те задачи, которые ставятся правительством, Министерством здравоохранения, областным исполнительным комитетом и исполнительной властью на местах. Тем, кто справляется с этими задачами, у день 95-ти санитарные службы Гомельщины уручили грамоты и подяки. Усяго больше за 20 узнагород. На урочистом концерте, просвеченном юбилею, так само вспомнили веки истории. Огучить слово веншавання у этот день пришли ветераны службы, керавництво управления аховы здоровья в области, а так само представники службы, которые взаимодействуют с этой сферой. Они работают, у них получается. Они всегда на острие атаки. И иногда вот мы не замечаем просто значение этой службы. А она делает свое дело, помогает медицине работать напрямую там, где клинические есть структурные подразделения, и создает условия для того, чтобы люди выздоравливали, не умирали и быстрее у них все получалось. За это огромное спасибо санитарно-гигиенической службе и эпидемиологической нашей области. Ганна Ковалева, Евген Макеенко, телерадио, компания «Гомель».